Что, так ничего и не нашли? А что у вас тут можно найти? Одни Толстые да Достоевские. Ну, если вас не интересует русская классика, скажите, что бы вы хотели найти. Я постараюсь вам помочь. А у вас Маринина есть? Нет. А Донцова? Нет. Ну, я так и знал. Одна макулатура. Напрасно вы так негативно настроены. В нашем фонде есть и современный детектив. А например? Ну вот, например, Даниэль Клугер. Очень талантливый автор. Стиль классического детектива, ироничный язык, захватывающая интрига. В стиле классического детектива? Да бросьте его агитацию разводить. Мне нужен экшен. И чтобы драка, стрельба, секс. Что? У вас есть такое? Молчите, да? То-то сами знаете, что я прав. А что это у вас такое? Горим, что ли? Мамочки. Что, мамочки? Огнетушитель есть у вас? Ой, где огнетушитель? Давай сюда. Осторожно, осторожно, книги! Куда тушать-то? А какой телефон пожарный? 01! Правое плечо вперед. Ну тут мне все ясно. Раз, раз. Хорошо. Правое плечо. А давайте посмотрим комнату боевой славы. Конечно, раз, товарищ генерал. Разрешите проводить? Да, идем. Это наш тренировочный зал. Сейчас курсанты занимаются отработкой приемов рукопашного боя. О, я хочу посмотреть эту пару. Эти ребята наша гордость. Оба отличники по всем дисциплинам. Красавцы. Хорошие ребята. Стоп! Смирно! Через 10 минут, чтобы была в моем кабинете. Вестфильд. Способная ты журналистка, ну как ты меня достала? Объясни мне, как могла появиться в номере твоя статья? Вы были на конференции. Ваш зам в прострации. Ответственный секретарь уволился. Я временно исполняю его обязанности. Ты что, девочка, не понимаешь, что пишешь? Ну? Понимаю. Ты знаешь, что мне уже звонили? Немедленно давай опровержение. И с извинениями. Лидия Николаевна, я все понимаю. Ну, просто я виновата, я знаю. Я сейчас вот все это вот... В общем, так, Завьялова, пиши заявление по-собственному. И скажи спасибо, что мы не удерживаем с тебя за нанесение материального ущерба. Поняла? Спасибо. Похоже это на Женьку. Она обычно не опаздывает. Наверное, на работе сдержалась. Она теперь нас одна при деле. Да уж. Всем привет. Да уж. Привет. Привет. Девчонки, поздравьте меня. Меня сегодня уволили. И тебя? И Натаху тоже. Да ладно. Девочки. Девочки, это рок. Ага, рок. А по-моему, мы все по уши в дерьме. А я-то думала, я одна с утра вляпалась. А по-моему, девчонки, у нас замечательная компания. Я не вижу повода, чтобы это не отметить. За что пьем? А за нас.
за самых принципиальных. И самых везучих. И самых начитанных. Ура! Дай яблоко. Это все замечательно, но дальше-то что? Я 3 года пробивалась в это училище, и вот на последнем курсе пинком под зад. А я? Филолог. Кому сейчас нужны библиотекари? Сейчас книг никто не читает. Так что, а дальше тишина. А дальше, девушки, у меня есть идея. Выкладывай. Мы организуем частное детективное агентство. Ты что, серьезно? Круто. А почему нет-то? У меня блестящий аналитический ум. Катюха, любого мужика за 3 секунды вырубит. Вырублю. Вот. А я, девочки? А ты? Ну, ты же у нас такая начитанная. Да. А потом читать, служить, писать мы уже попробовали. Попробовали. Ну, а что можно дальше? Дальше можно на панель сходить. Ха-ха, размечталась. Ну и шуточки у вас. Я предлагаю голосование. Кто за агентство? Я за. Мне эта идея нравится. Я за. Но это будет завтра. А сейчас я предлагаю выбросить все из головы и оторваться по полной программе. Ага. Жертвую на общее дело. Все, что осталось от прежней профессии. Кстати, о прежней профессии. Объявление же надо придумать. Элементарно, Ватсон. Ой, девчонки, а мы же название еще не придумали. Но это уж по вашей части. Надо что-то короткое и броское. Ой, девочки, что мы творим? Насочиняли себе, размечтались. Размечтались? А что это идея? Агентство «Мечта». По-моему, звучит. Страшновато как-то. Раз решили, надо действовать. Привет, девчонки. Простите, вы по какому вопросу? Не понял. Это ваше объявление. Агентство «Мечта». Решим все ваши проблемы. Обретете мир и душевное равновесие. Ну, наше. А у тебя что, проблемы с братвой? А тебя, пупсик. Мои проблемы не касаются. Чего? Тихо. Девчонки, не Екатерина, надо. Спокойно. Молодой человек нас просто недопонял. Чего это я недопонял? А у нас детективное агентство, не массажный кабинет. Чего? Нет, блин, я этого урода сейчас вырублю. Детективы? Кино насмотрелись? Вы все хоть в зеркало-то видели? Вы даже на массажный кабинет не тянете. Курицы! А тебя, пупсик, я запомнил. Ну, дают. Детективы. Ну, что я вам говорила? А что ты ожидала? Что все сразу? Нет, девочки, что-то мы сделали не так. Надо думать. Думай, сообразительно это наше. Детективное агентство.
курицы! Кать, а что дальше-то? Бросить все? Женьку жалко. Она так загорелась этой идеей. Да она всегда загорается. Вопрос, надолго ли? А если дело так и дальше пойдет, скоро остынет. А может, она что-то придумает? Ну да. Евгения, брось выпендриваться, объяснись. Да уж, объясни нам, тупицам, что это значит. Это значит, что мы меняем имидж. Наша Натаха мочит здорового мужика. А что? Она мне нравится. Вот так. Слушаю. Здравствуйте, Евдокия Ильинична, это Семен. А, Семен, здравствуйте. Ну, как поживаете? Спасибо, хорошо. Евдокия Ильинична, вы не знаете, где Катя? Я никак не могу до нее дозвониться. Она мне вчера звонила. Ага. Она дома. Значит, трубку не берет. Вы что, Семен, опять поспорили? На этот раз все гораздо серьезнее. Евдокия Ильинична, мне пора бежать в училище. Вы не могли бы передать Кате, что я ее искал? Непременно передам, обязательно. Девушка, я бы хотела снять все деньги с книжки. Пожалуйста. На, Катюша. Удачи тебе. Спасибо тебе, родная. Ты меня просто спасла. Я верну, я обязательно верну. Да знаю, знаю. Тебя ведь Семен разыскивает. Угу. Ну, потом, сейчас некогда, я побегу. Спасибо. Все бегом. Упрямая. Девчонки, все-таки как-то страшновато. Обратной дороги нет. Thank you.
Алло. Здравствуйте. Я звоню по объявлению в газете. Это частное детективное агентство? Да, вы не ошиблись. У меня к вам одно деликатное дело, то есть семейное. В общем, у меня проблемы с мужем, и мне нужен частный детектив. Вы звоните совершенно точно по адресу. Семейные проблемы – наш основной профиль. Как вас зовут? Татьяна. А вы могли бы меня принять завтра? Секундочку, я сверюсь с нашим рабочим графиком. Да-да-да. Хорошенькие. Мы можем назначить вам встречу на завтра, на 10 утра, в нашем агентстве. Да, меня это устраивает. Опаздывает наша Татьяна. Наташки, как всегда, нет. Прошу прощения, я явно не туда попала. Почему же не туда? Вас зовут Татьяна, и у вас проблемы с мужем. Мы готовы вам помочь? Да, помочь? Да к таким помощницам моего кобеля. Только подпусти. Что называется, пусти козла в огород. Простите, а что вы имели в виду? Я имел в виду, пусть уж он лучше со своей секретаршей и дальше роман крутит. Та, по крайней мере, из семьи не уведет. Так что, девочки, пока-пока. Нормально, Григорий? Отлично, Константин. Ну а ты чего молчишь? Тише. У меня есть мысли, я ее думаю. Поделись свои мысли, пожалуйста. Вместе подумаем. А то я, кажется, иссякла. Угу. Девочки, нам нужен мужчина. Простите, мадмуазель. Нам нужен кто? Мне послышалось? Не послышалось. Нам нужен мужчина. Ну, не просто мужчина, а хозяин, босс. Наташ, ты что, рехнулась? Ты серьезно хочешь посадить нам на шею мужика? Да нет же, нам нужен фиктивный хозяин. Зиц, председатель Фунт. Ну, Ильфа и Петрова, помните, в «Золотом теленке»? Помним. Ну, иначе ничего не получится. Для мужика красивая женщина изначально дура, а для бабы соперница. Звучит разумно. Но беда только в том, что этому Фунту надо платить. И желательно хорошо. Девчонки, а если привлечь кого-то из своих? Своим тоже нужно кушать. Но нам же не постоянно, а только на случай первой встречи с клиентом. Ну, может, кто-то из старых друзей согласится. Так, лучшие старые друзья – это когда-то новые любовники. Стоит поговорить мне с Феликсом. Да. А что? У него на радио ненормированный рабочий день. Но, девочки, для подстраховки нам нужны еще пару вариантов. Думайте, девочки, думайте. Но у меня был Семен. Почему был? Катерина, неделю назад ты мне все уши прожужжала про своего замечательного Семена. С каких-то пор ты говоришь о нем в прошедшем времени? С тех пор, как меня из-за него поперли из училища. Так ты из-за этого с ним рассталась? Да. Но для дела помирюсь. Он парень видный, таких уважают. Правильно. Пусть отрабатывает свою вину в свободное от службы время. Ну что вы на меня уставились? Ну сами же знаете, что никого у меня сейчас нет. Ладно. Да. Попробуем обойтись пока двумя мужиками. Не будем тянуть время. И встречаемся в 6 в офисе. Договорились. А я пока позвоню Семену. Ах.
Лидия Петровна, здравствуйте, это Катя. Скажите, пожалуйста, а Семен дома? Катюша, какая жалость. А Сенечки нету. У него сегодня тренировка. Что-нибудь передать? Нет, не надо, я сама его найду. До свидания. А еще лучше сделать подарок своей любимой, которая наверняка Николай держала за вас кулаки. Ну и в конце музыкальный подарок от нас. Вашу любимую передачу «Поколение Экстрим» вел ваш постоянный ведущий Феликс Римский. До встречи в следующий четверг. Феликс, к тебе девушка. И вследствие каких обстоятельств ты так преобразилась? Новая работа, смена имиджа, положение обязывает. Ну, понятно, понятно. Интересно как. Моделью устроилась в Playboy? Детали потом. Феликс, у меня к тебе дело. Что случилось? Феликс, ты мне нужен. Как мужчина. Угу. Так и тебе поверил. Что делать-то надо? Просто изобразить крутого босса в конторе по борьбе с организованной и неорганизованной преступностью. Бить будут? Обязательно. Угу. Ну, тогда согласен. Феликс, я твой должник до гроба. Ну, зачем же так надолго откладывать? Давай, может, поужинаем сегодня вместе вечером, а? А твоя встреча? Какая? С деловыми партнерами назначена на вечер. У кого назначена? У тебя назначена. Что на выходе? Девчонки, привет. Наконец-то. Неужели ждем клиента? Представь себе, в 11:30 приходит Феликс. У него сегодня выходной на радио. В 12 приходит клиент. Надеюсь, мужчина? Не надейся, женщина. Очень инфантильное сообщение на автоответчике оставил таким писклявеньким голосочком. Но в 12 придет, посмотрим. Если придет. Привет вот бескорыстным служительницам Фемиды. Здорово. Так, привет. Не надо поясничать. Ну а что такое? Что у нас с чувством юмора? Не надо про чувство юмора. Куда? Туда. Так, еще одного срыва мы не переживем. Ну ладно, ладно, ладно. Вот он весь я. Что нужно делать? Ваш кофе, сэр. Что это за рухлядь? Не рухлядь, а антиквариат. Из бабулиного сервиза. Между прочим, кузнецовский фарфор. 19 век. Здесь на свободном месте можно поставить парочку яиц Фаберже. Феликс. Ну хорошо, хорошо, можно не Фаберже. Римский, просто умри. Слушайте, а что если мне курить, а? Мне кажется, это в духе персонажа. В духе персонажа? Сидеть с умным видом и изредка кивать головой. А может для солидности? Убраться тащила. А, попробуй. Угу. Все понятно. Короля играет окружение. Имейте в виду, вы этого хотели, а не я. Не жалуйтесь потом. Здравствуйте. Здрасте. Не кури при ребенке. Девочка, как тебя зовут? Алена. Аленушка, что тебе надо-то, а? Скажите, вы ведь детективы, да? Да. Тогда, пожалуйста, найдите моего щенка. Не бойтесь, я вам заплачу. Но не думайте, у меня есть деньги. Вот, смотрите. Сейчас я достану, сейчас. Вот. Видите, здесь много собралось. Найдите моего Кешу. Он маленький, глупый, пропадет без меня. Ну вот, типичный женский подход к проблеме.
умолкни. Что будем делать? Девочки, а может, давайте, а? Девушки, а почему бы вам не попрактиковаться ввиду отсутствия наплыва клиентов? Спрячь свою копилку. Найдем мы тебе твоего кешу. Евгения, займитесь делом. Снимите показания. Снять, простите, что, босс? Показания, Евгения, показания. Что это ты сегодня такая несобранная в самом деле? Ну, Алена, рассказывай. Где живешь? Какой породы щенок был? Где и когда он пропал? Все по порядку. Я живу на улице Флотской, 48, корпус 6, квартира 17. Так. А Кеша настоящий конекорсу. О. Вот, посмотрите. Так, давай. Папе его недавно привезли. А неделю назад я выгуливала его после обеда. Кеша, пошли. Кеша, пошли. Купили. Короче, твоих. Гляди. Некогда мне. Надо Кешу выгуливать. А можно с тобой? Нет. Я его хозяйка. И он должен знать только меня. Ну, гуляй отсюда со своим Кешей. Подумаешь. Больно надо. Кеша, подожди, подожди. Что с тобой? Ничего, я пошутила. Глупые у тебя шутки. Я вернулась, а Кеша пропал. Мы потом с Лидкой долго его искали и звали. Понятно, Ален. Ну ты тогда иди, а мы займемся делом. Будем искать твоего Кешу. Как найдем, сразу сообщим. Хорошо? Хорошо, я буду ждать. Только вы мне сразу же сообщите, когда Кеша найдете, ладно? Хорошо? Ну, давай. До свидания, буду ждать. До свидания. До свидания. До свидания. Дай-ка мне сигарету. На. Куда тебе еще? Убери. Ну, что будем делать, а? Хороший вопрос. У меня нет на него ответа. А что, девушки, разве у вас есть какой-то выбор? Ну, приходится признать, что ты прав. Ну, а что раскисли-то? Ну, будут вам еще и трупы, алименщики. Ну, помогите ребенку, потренируйтесь. Если ты его сейчас не уймешь, я потренируюсь прямо здесь, на нем. Рискуешь, дорогой? Ну ладно, мне на работу пора. Счастливо оставаться. За тобой, кстати, ужин при свечах. Не забудь. Всем привет. Ну, в одном он прав. Не стоит раскисать. И есть у меня такое подозрение, что клиенты, они как мужики. Ходит косяком. Ты это к чему? К тому, что надо с чего-то начинать. Есть идеи, с чего именно? Если бы у меня было столько денег, сколько у меня идей. Так, ты, Катерина, отправляешься знакомиться с подругой Лидкой. Это зачем? Это для того, чтобы выяснить, зачем ей понадобилось разыгрывать Аленку, если она решила с ней поссориться навеки. А ты что будешь делать? Я отправляюсь в редакцию. Давать объявление. После этого поживодернем. Ты со мной.
еще раз, смотри внимательно. Теперь поняла? Да, сейчас точно получится. Давай. О, сейчас. Вот здесь вчерашний отлов. Мы их 5 дней держим, если хозяева не забирают, усыпляем. Или в институт для опытов. Ну да. Девушка, пойдемте записи посмотрим. Да найдется ваш щеночек, не огорчайтесь вы так, найдется. Пойдем. Пойдемте, пойдемте. И не жалко тебе подругу? Жалко, конечно. Но и не виновата. Это все Кирилл. Кирилл? Хорошо. Сидеть. Сидеть, Кеша. Ну что, малявка, променяла тебя подруга на собаку? Неправда. Что неправда? Да если ты сейчас ногу сломаешь, она и головы не повернет. А вот и повернет. Докажи. Запросто. Ну давай, слабо. Мамочка, как больно, Алена! Аленочка, помоги, пожалуйста, ой, Алена! Ой, мамочка, как больно, ужасно, Алена! Ну откуда я могла знать, что так получится? Так, девушка, давайте проверим текст объявления. Щенок Кани Корса. Так, возраст. Так, цвет. Да, вознаграждение и телефон. Итого? 15 слов. Стоит 3000 рублей. Напечатаем в среду. Замечательно. Еду к вам, везу деньги. Налево, налево. Выпрямляй машину. Да, сейчас. Давай, давай, давай. Молодец. Да, 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 вот так. А ну, бутылки классный, баксов на 500. Да она и сама ничего. Куда тебе, недомерок? А ноутбук и вправду классный. Да. Пойди-ка, стрельни у нее сигаретку. Ага. Ничего страшного, давай, левей, левей, держи. Угу. Тетя, угости ребенка сигаретой. Лидочка, подержи, пожалуйста. Детям, сопляк, курить вредно. Пацаны, да это ж наезд. Да вы что, пацаны, сдрефили? Она ж понтуется. А ты проверь, сынок. Пошел вон! Классная работа. Ты чья будешь? А вот это, Кирюш, не твоего ума дело. У тебя своих проблем хватает. Так куда же ты, Кирюша, Аленкиного щеночка дел? Дерешься ты классно, а базаришь не по делу. Че-то я не въезжаю. Сейчас въедешь. Мне, Кирюша, поручили собачку эту найти. А к работе я отношусь трепетно. Ты, наверное, это уже заметил. Вот это я заметил. Хм. И коллеги у меня люди серьезные. Так что выбирай. Или ты выдаешь информацию и отходишь в сторонку, или... Или что? Или будем разбираться с тобой.
Тебе 5 секунд на размышление. Раз. Я жду. Да я ни при чем. Да, это ну? Сива щенка заказал. Гонишь, Кирюша? Зачем Сивому какой-то щенок? Какой-то? Это Аленкиному отцу из Германии из элитного питомника привезли. Это же конокорцы, весь дом знают. А что, Сива решил заняться разведением собачек? Сейчас. Это боссом и заказал щенка покруче. Для дачи. Сивый все ходил, дохвастал, что пару штук на покупку отстегнул. Так ты, Кириш, еще и недурно расшился, да? Расшился, как же. Мне-то он всего 50 баксов выдал. Ну ладно, где Сиву у меня встретить? Говори и прощаемся. Он обычно после 11 в голубом Дунае бильярдной оттягивается. Угу. Только ты меня не подставь, это ваши дела. Ну зачем же я буду подставлять такого хорошего мальчика? Ты мне можешь еще пригодиться. Это уже кое-что. Кажется, на сегодня все. Нет, морскими свинками мы не интересуемся. До свидания. Что, уже звонят по объявлению? Вот что значит качественно выполненная работа. Слишком качественно. Предлагают все. От морских свинок до вечной дружбы и замужества. По-моему, мы перестарались. А что ты хочешь? Издержки производства. Ну, сама и разбирайся со своими издержками. А я с удовольствием. После таких удовольствий нам придется прикрыть контору, потому что последние деньги у нас уйдут на оплату телефонов. Привет. Привет. Кажется, я не опоздала? Нет, не опоздала. И судьба твоей довольной физиономии, тебе есть что рассказать. Угу. Представь себе, есть. Щенка украл Сивый. Вернее, поручил украсть местной шпане. Кто он такой? Сегодня узнаю, когда познакомлюсь. Не думаю, что это разумно. Ты свою работу сделал, теперь мой выход. Это еще почему? Знаю твой метод выяснения. Твой темперамент нас подведет. Забыла, что это не творческая личность, а блатной. Что ты будешь делать, если дойдет до мордобоя? Не волнуйся, не дойдет. Не уверена. Девчонки, не спорьте. По-моему, Женька права, идти надо ей. Только не одной, а с Феликсом. Для подстраховки. Я согласна. Звучит разумно. И помните, ребята, мы здесь для вас. Мы ответим на любые вопросы, обсудим любые проблемы. Хотите услышать себя в эфире? Звоните, поколение Экстрим ждет вас. Слушаю. Феликс, привет. Евгения, ты мне нужен. Опять как мужчина? Нет, Римский. На этот раз как коллега. А не кажется ли вам, ангел мой, что вы обнаглели? Кажется. А еще мне кажется, что вам это очень нравится. Слушай, Женька, ты собака на сене. Крутишь мне динамо и в то же время мешаешь устройству моей личной жизни. Ну, Филь... Ну что мне сделать, если мне нужно на ночь глядя идти в какой-то кабак знакомиться с каким-то блатным? А ничего не делать, не ходить. А кто нам говорит, что у нас нет выхода? Римский, тебя не замучает совесть, если бедную девушку пришьют, а труп выбросят на помойку? Ну послушай. Феликс, насколько я понимаю, ты согласен. Жду тебя через час на Муховой в Голубом Дунае. Через 2. Thank you.
вероятно, все. Партия. Да, молодой человек. В следующий раз только на форе. Николай, это навряд ли. Сегодня просто мой день. Это уж точно. Прошу. Всегда к вашим услугам. Спасибо. Похоже, я обязан вам своим выигрышем. Мадам, позвольте вас угостить коктейлем. Мадемуазель, позволяю. Мадемуазель одна? У мадемуазель назначена встреча. Она ждет брата. Верю, верю. Только брат может позволить себе опаздывать на свидание с такой женщиной. Представляй, белый. Держи. Спасибо. Какой еще мазила? Посмотри. Держи. Знаете, Женечка, в нашем клубе у каждого игрока свой индивидуальный кейс. Правда? Два из них, по-моему, почти показывают свой безумный интерес. А ставки какие-то? Ну, любители, я думаю. 50 баксов, 100, а вообще-то и за 1000 и больше идет. Привет. Привет. Наконец-то. Мой братик. Это Толик. Здравствуйте, Анатолий. Добрый вечер. Феликс. Дмитрий, не забудь, через 2 часа играем. Братик. Держу тебя. Пока я тебя ждала, Толик угостил меня вкусным коктейлем. Присоединяйся. Как там мама? Женечка, наши планы резко изменились. У мамы очень высокое давление. Она срочно просит тебя приехать. Неужели все так серьезно? Увы. Женя, я вас подвезу. Спасибо. Иван! И я, пожалуй, тоже заеду к маме. Пойдем, дорогая. Роз? Я тебе этого никогда не забуду. Хорошо, сестренка. Здрасте. Привет. Да. Все. Еще раз, с самого начала. Что мы имеем? Щенка украл Кирилл. Так. И за 50 баксов продал Сивому. А Сивый перепродал Кешу своему боссу. Угу. Который, возможно, не подозревает, что щенок краденый. В чем лично я очень сомневаюсь, но это не принципиально. Возможно, стоит отследить Сивого, и через него мы можем выйти на босса. Ага. Покатаемся на такси за его мерсом и все узнаем. А если мерседес не его, а хозяина? Стоп. А нельзя ли выйти через машину на владельца? Можно, если знаешь номер машины, и в ГАИ работает твой любовник. Или, на худой конец, родной папа. Естественно, я запомнила номер машины. Профессиональная журналистская память. Ха-ха. Вот со вторым посложнее. Черт, опять тупик. Пора привлекать дело Шурика. А при чем здесь твой братик? А Шурик может взломать любую базу данных. Он компьютерный гений. На языке криминала это звучит проще. Хакер. Ты против? Она за. Я тоже. Сейчас мы едем к тебе и берем в оборот Шурика. Угу. Вот так. Шурик, нам нужна твоя помощь. Привет. Мне кажется, мы еще сегодня не здоровались. Здравствуй, Шурик. А ты совсем не изменился? Если не считать того, что стал видным мужиком. Чем могу быть полезен, девушки? Mm-hmm. Даже так. А.
Вот, все данные на машину на хозяина. Шурик, я всегда знала, что ты гений. Девочки! Иди чайку попей. Иди давай. Нашлись тут три девицы под окном. Мам, иду я! Так, хозяина мы вычислили, адрес есть. Осталось только пойти и забрать собаку. Моя работа. Не возражаешь? Погоди, Катюха, не горячись. Мужик крутой. Значит, дача серьезно охраняется. Это опасно. Может, Семена привлечь? Ни в коем случае. Я не собираюсь там ни с кем воевать. А что ты собираешься там делать? Ну, элементарно. Заберусь внутрь и выкраду Кешу. С ума сошла? А если поймают? Мало того, что покалечат, еще статью могут пришить. Никто меня не поймает. Я профи, 4 года отличницей была. Сама знаешь где. И вообще, у тебя есть идеи получше? А... Нет. Ну, значит, будем действовать. Здравствуйте, а Евдокия Ильинична или Катя дома? Нет, Сеня, они сегодня утром на дачу уехали. На дачу? Да. Спасибо. Алло? Жень, добрый вечер, это Семен. Катя, случайно, не у тебя? Привет, Семен. Нет, не у меня, расстались 3 часа назад. Слушай, Жень, я волнуюсь, ее нет дома. Где она может быть? Понятия не имею. Не понимаю, в чем проблема. Мало ли где задержалась. Скоро объявится. Мы договорились, что я зайду. Если бы она опаздывала, она бы мне перезвонила. Семен, она уже большая девочка. Вот этого я и боюсь. Ладно, Жень, все, пока. Наташа, ты уверена, что не знаешь, где Катя? Ты ничего от меня не скрываешь? Сень, ну как тебе не стыдно? Неужели ты думаешь, что я способна что-то скрывать? От тебя, нашего коллеги. Сенечка, извините, пожалуйста. Наташа, можете на минуточку? Я сейчас. Почти что есть. Что это? Думаю, что... Адрес какого-то криминального авторитета. Узнал сегодня по просьбе девушек. Шурик, я твой должник. О чем речь? Мужики должны помогать друг другу. Только сестре ни слова. Держи, мужик. Иди. Серега, брат, выручай. Кажется, Катя попала в серьезную переделку. Нужен ты и твоя тачка. Все, все, давай.
Алло? Женька, это я. Катерина не объявлялась? Нет, не объявлялась. Сама уже волнуюсь. Ты знаешь, у меня был Семен, разыскивал ее. Мне он тоже звонил. Слушай, после разговора с ним я себе места не нахожу. Что-то здесь не так. Ей уже давно пора объявиться. Зря мы ее одну отпустили. Наташ, нам надо ехать туда. Мало ли что. Правильно. Что толку сидеть и сходить с ума? Может, ей наша помощь сейчас позарез нужна? Слушай, я тачку вызвал. Скоро с тобой заеду. Будь готова. Договорились, жду. У нас гости. Права, бабуля. Вся в деда пошла. Вся в деда. Сереж, прибавь газа, а. Сень, ты не волнуйся. Нормально все будет. Алло! Ну! Привет, курица. Что, продолжаешь играть в детектив? А у нас к тебе пару вопросов. Слышь, курица, здесь кроме тебя и нас в радиусе 1 километра только садовник. И тот глухонемой. Так что, ори на здоровье. Тихо, тихо. Только недолго, а то у нас терпение может кончиться. А когда дорешься, расскажешь, кто тебя послал и зачем. А? Не дождетесь. Еще как дождемся. Или что? Ты хочешь, чтобы тебя отсюда в разобранном виде вынесли? Курица! Жень, нам еще долго. Извините, это машина. Может ездить быстрее? Девочки, если милиция остановит, быстрее не будет. Ну все, игры кончились. Утром босс приезжает. Займись девушкой. Че?
И что делать будем? Ну да, искать дырку в этом заборе бред. Сейчас что-нибудь придумаем. Что? Что, осторожно. Какой идиот! Лестницу бросил! Это не идиот, это спаситель. Давай, помогай. Ты что, объела все? Ничего нас выдержит. Давай я держу. Лезь. Я? Давай. А вдруг там собака, я боюсь. Нету собаки, давай лезь. Что? Живая? Да. Ну чего там я лезу? Что? Чего? Нога. Сломала? Не знаю. Все спокойно. Катюш, собирайся, выясняй, что тебе надо, и уходим. У нас еще очень много дел. Давай. Пошли, подожди. Давай быстрее. Живи. Говори, тварь, где Кеша, пока тебя не изуродовала. Какой нафиг Кеша? Мужики, уберите ее от меня. Ну скажите в натуре, что вам надо? Ну договоримся же. Договариваться нам с тобой не о чем. Выкладывай, где щенок. Да какой щенок? В доме только мы. Да, дома больше никого нет. Простите, пожалуйста, а вы не подскажете... Где мы? Мы заблудились. У вас нет водички попить? Водички. Ну что, допрос второй степени? Или третий? Это не надо? Погоди! Я, кажется, допер. Есть щенок! Есть! Это тот, которого босс садовнику привез. Он вам нужен, что ли? Ну а мы-то здесь при чем? Где садовник? А это надо выйти наружу и там... С правой стороны будет домик садовника. Там. Что ж, пойдемте побеседуем с садовником. Пошли, Катерина. Эй, братцы, развяжите, а? А то завтра босс прилетит, а мы тут... Отдохни, братец. Пусть твой босс узнает, какая у него дерьмовая охрана. Ну что, так и будем сидеть? Ребят. Катя, мы Кешу нашли. Кать, ты как, в порядке? В порядке.
Вы не представляете себе, что вы для нас сделали. Даже не знаю, как мне вас благодарить. Лучшее выражение благодарности – это сумма в конверте. Катя. Кеша, пусти, больно. Кеша. Ваша подруга абсолютно права. Хорошая работа должна хорошо оплачиваться. Вы меня простите, если вас на минуточку покину. Угу. Ну, ты мой собака. Пап, я тебе говорила, а ты мне не верил, что они найдут Кешу. Хороший, хороший. Катька, ну ты даешь. Ну как тебе не стыдно? Просто в отличие от вас, девочки, я помню, что нам завтра вносить деньги за аренду на следующий месяц. Прошу. Благодарим. А сейчас, извините, нам пора. Работа. Понимаю. Девочки, пойдемте? Вы уже уходите. Так быстро. Да, да. Аленка, нам пора. Пап, мы с Кешей проводим, хорошо? Хорошо. Вам помочь? Да нет, спасибо. Кеша, за мной. Спасибо. Это вам спасибо. Всего хорошего. До свидания. До свидания. До свидания. Наташа, вы совершенно напрасно смущаетесь. Я вам очень благодарен за Кешку. И если я еще чем-то могу помочь... Да что вы. Кеша, иди сюда. Лидка, Кеша нашелся. Здорово. А можно я его поведу? Можно, если ты мне дашь покататься. Лид, привет. Привет. Ну, счастливо, Алена. Береги Кешу. Хорошо. Пока. Спасибо. Где там Наталья запропастилась? Мне через полчаса надо быть у Семена. То есть, мир? Теперь он мой официальный спаситель. Деваться некуда. Что-то мне подсказывает, что ты никуда и не хочешь деваться. Ты просто экстрасенс. Дедукция. Ну, наконец-то. А что за пожар? Подумаешь, воздухом подышали. А у Катьки свидание с Семеном. Да? Да. А я беру отгул. Да, в театр с Феликсом. У меня тоже есть дела. И вообще... Мы сегодня себе можем позволить персональное такси. Thank you.
Жень! Ау! На работу пора. А мне в офис. Девчонки ждут. Проводишь? До двери. Жень. М? Поженимся? Созвонимся. Если захочешь. Ребята, какая прелесть! Это же мои самые любимые. Бабулечка, спасибо тебе огромное. Ты меня так выручила. Солнышко ты моё. Иди-ка поставь чайник. У меня сегодня такие пироги получились хорошие. Хорошо. Ступай, ступай. Похоже, вас можно поздравить, Семён. У вас, кажется, наступило перемирие. Никак нет, Евдокия Ильинична. Не перемирие, вечный мир. Дай бог. Ты слышишь меня? Да. Так смотри в окно. Утро прекрасное. Наташка, у тебя обворожительная улыбка. Спасибо. Вечер был замечательный. Сегодня можем увидеться? Ну, давай попробуем. Я буду звонить. Звони, пока. Пока. Все как всегда. Договорились на 9, уже 10:15. Отсыпается, наверное, после ваших вчерашних подвигов. Привет. Ну, опоздала. Опоздала. Ну и что? Ничего же страшного не случилось. Я просто заболталась с Юриком по телефону. А кто у нас Юрик? А Юрик у нас Аленкин папа. Ого. А слова... Профессиональная этика тебе ни о чем не говорят. Вот она почему вчера задержалась. Я просто ему дала свой номер телефона. Немедленно прекрати с ним всякое общение. Где едят, не гадят. Принципиально это наше, отпади. Ну, дала свой телефон, и что дальше? Вообще-то он хотел устроить агентство рекламы на телевидении, еще кое-что. Так, а вот с этого момента можно поподробнее? Решить проблемы с легализацией офиса, рекомендовать нас своим друзьям и так далее, и так далее. Но, девочки, если вы против... А объясни, пожалуйста, это ты сейчас так преобразилась? Или всегда перед нами дурочку разыгрывала? Агентство «Мечта». Оставьте ваше сообщение после звукового сигнала. Мы непременно с вами свяжемся в ближайшее время. Спасибо.